Необходимого результата поможет добиться комплексный подход, отмечают специалисты департамента оформления и дизайна городской среды. Основные принципы, которым необходимо следовать руководителям объектов торговли и санаторно-курортного комплекса, это качественный материал и дизайн. Программа «Минимум» — подсветить сам объект световым контуром, территорию, входные группы, подчеркнуть озеленение. Светодиодами необходимо украсить даже кроны деревьев. Собравшимся продемонстрировали примеры оформления фасадов и поделились контактами потенциальных подрядчиков, которые, к слову, готовили город к Олимпиаде. О том, что делать надо, и о том, что наши там санатории, ряд санаториев и отелей стоят темные, это факт. Мы на самом деле там от Нового года к Новому году вешаем снежинки, потом пытаемся летом их снять. Вы один раз сделайте нормально, чтобы было красиво. Плюс ко всему, вы прекрасно знаете то, что каждый Новый год подводятся итоги, так, на лучшее оформление. И в этом году, я попрошу, будут обязательно учитывать и световое оформление в том числе. Это для вас хорошо. Это в первую очередь реклама для вас. Кому какая помощь нужна там по согласованию со светом там, или с электросетями, или с Сочи светом с нашим, мы готовы с каждым общаться, каждому помогать. Проектные решения для согласования в мэрию должны поступить уже сегодня. Данное мероприятие стартует не только в преддверии фестиваля молодежи и студентов, подчеркнул замглавы. Впереди Новый год, который плавно перетекает в новые международные события. В 2018-м Сочи принимает «Формулу-1» и чемпионат мира по футболу.